Так, вы видите, это объявление на щитке для подключения. Успей подключить интернет и мобильную связь. Успей, то есть, если ты не успеешь, то такого варианта уже не будет. То есть завтра все изменится, цена будет дороже и все будет хуже. А сейчас что представляется? 50% навсегда. 50% в два раза дешевле навсегда. То есть завтра будет дороже, но 50% навсегда. Оставьте заявку на подключение. 150 рублей за все услуги. Отдел подключений. Что за отдел? Кто такой? Кто это подключает? Наверное, можно узнать по телефону. Кому это нужно? Быстрее беги, подключайся, завтра такого не будет. Но это навсегда. Странный вариант, правда? И все же это видят. И это работает. Безусловно, работает. Потому что... Почему? Почему это работает, если есть голова, если у всех есть череп? Почему вот это... такая, с позволения сказать, реклама работает. В здравом уме подключаться, что на сыром мышеловке, обалдеть, хотя здесь есть всякие подключения, VMK, возможно, WMK.